Добро пожаловать на канал «Народные советы». Сегодня я хочу поговорить о лечении радикулита в домашних условиях. Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на канал, так вы не пропустите новые выпуски. Радикулит – это воспалительное заболевание, затрагивающее нервные корешки спинного мозга. Он может быть острым и хроническим. Острая форма, к сожалению, часто переходит в хроническую. Острый радикулит характеризуется очень сильной, внезапно возникающей болью, которая ограничивает подвижность человека. Вопреки распространенному мнению, радикулит локализируется не только в пояснице. Он бывает нескольких разновидностей – шейный, шейно-плечевой, грудной, пояснично-крестцовый. Обычно любую боль в пояснице называют радикулитом, хотя это неправильно. Например, при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника возникают похожие симптомы, хотя боль может быть менее острой или возникнуть не так внезапно, как при радикулите. Боль в пояснично-крестцовом отделе может вызвать, в частности, нестабильность позвонков, являющаяся следствием слабости мышц спины, удерживающих позвоночник в правильном положении. Даже незначительное смещение позвонков может стать причиной сжатия нервных корешков. Иногда такое сжатие провоцирует развитие воспаления, и только в таком случае можно диагностировать симптомы радикулита. А теперь переходим к лечению. В темную бутылку налить пол-литра водки. Всыпать по 1 столовой ложке без верха соли и сухой горчицы. Добавить измельченного горького перца. 1 стручок среднего размера. Плотно закрыть, взболтать, обернуть полотенцем и поставить в теплое место на 2 суток. Изредка встряхивать. Затем поставить в темное прохладное место, но не в холодильник. Перед сном напарить ноги по косточке и надеть шерстяные носки. Взболтать настойку, подогреть на водяной бане, смочить в ней лоскут из стиранной хлопчатобумажной ткани по размеру больного участка и приложить, предварительно смазав больное место растительным маслом, чтобы не было ожога. Сверху прикрыть целлофаном. Укутаться и лечь спать под теплое одеяло на всю ночь. Компрессы делать через день, всего 10-15 раз. Ноги парить ежедневно в течение месяца, если, конечно, парить не противопоказано. Радикулит проходит бесследно. Если курс лечения не поможет, проверьте позвонки, возможно смещение, как я уже сказал ранее. Если среди ночи вы почувствуете, что больше не можете держать компресс, сильно печет или чешется, снимите его, поясницу протрите сухой тканью, наденьте радикулитный пояс и спите спокойно до утра. Если же вы нормально себя чувствуете, то держите его до утра. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!